мы продолжаем нашу обзорную тематическую экскурсию. Это, в общем-то, уже стал традиционным маршрутом выходного дня. И мы прогуливаемся по национальному парку Гатино, что практически является государственным заповедником. Но, несмотря на все заповеди, люди умудряются строить вот такие вот домики. Надо сказать, очень нехилые домики в национальных парках. То есть при всем равенстве кто-то все равно остается ровнее. Видимо, это служители народа, как и обычно. В любом другом государстве они должны быть на страже, жить на высоте и устанавливать хорошие стандарты, чтобы рядовые граждане знали, к чему стремиться. И мы к этому стремимся, несмотря на то, что летим под откос с уклоном 12%. Эй, полетели! Да, сейчас самое главное вовремя остановиться. Для этого специально тормозные сугробы существуют, в которые можно врезаться при отсутствии нормальных тормозов. Что мы благополучно и сделали.